Привет, зритель! Ставим лайки и поехали! Кирилл Нагиев уже 8 лет встречается с девушкой по имени Юлия. Наследник известного актера редко публикует фото с ней. Однако на днях он впервые за долгое время показал свою избранницу. Дмитрий Нагиев редко говорит о своей личной жизни. По официальным данным, актер был женат лишь однажды на журналистке Алисе Шер. От этих отношений у Нагиева есть взрослый сын Кирилл. Молодой человек пошел по стопам отца и связал свою профессию с актерской деятельностью. Он живет в Санкт-Петербурге, где работает диджеем, а также снимается в различных проектах. Многие считают, что сын Нагиева очень привлекательный мужчина. Однако у Кирилла есть возлюбленная по имени Юлия. С этой девушкой он встречается уже 8 лет. Как и отец, молодой человек не привык выставлять свою личную жизнь на показ. Однако на днях он опубликовал редкое фото своей избранницы. В кадре девушка сидит на выступе скалы и наслаждается красивым пейзажем. Юлия облачена в джинсы и теплую тунику с цветным принтом. «Я тебя люблю», – лаконично подписал снимок Кирилл. Судя по геолокации, фотография была сделана во время отдыха пары в Карелии. Поклонники пришли в восторг от девушки. Они восхитились ее красотой. Добавим, что наследнику ведущего шоу «Голос» уже 29 лет. Он пока не спешит идти в ЗАГС со своей избранницей. По слухам, Кирилл не единственный ребенок Нагиева. В 2015 году появилась информация, что новая возлюбленная Дмитрия родила от него ребенка. Сам артист личную жизнь не комментирует. В интервью у Дудя он случайно назвал Кирилла старшим сыном. Юрий поймал его на слове, но Нагиев не стал распространяться о своем семейном положении и детях. «Я не хочу», – коротко ответил он. Надо сказать, что Нагиеву приписывали романы с разными женщинами. Поговаривали даже, что у артиста две семьи – в Москве и Санкт-Петербурге. Но истинное положение дел знает только сам Дмитрий. Отметим, что Кирилл в детстве вовсе не мечтал о творческой профессии. Он больше склонялся к медицине и мечтал стать хирургом и археологом, как хотел дедушка. Однако первый же опыт съемок в кино вместе с отцом еще в школьном возрасте изменил выбор юноши. Сегодня за плечами молодого актера полтора десятка работ в кино, успешная работа диджеем и множество предложений участия в различных проектах. Можно уверенно сказать, что юноша вполне может посоперничать со своим знаменитым отцом как в профессии, так и в плане невероятной харизмы, которой обладает в полной мере. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите...